Привет. Мне очень много приходило сообщений о том, как я темперирую шоколад. Вот решила вам сегодня это показать. В небольшую миску я насыпаю шоколад и ставлю на 10-20 секунд импульсами в микроволновку. И топлю до полного растворения колет. В итоге у меня выходит где-то 3-4 подхода по 20 секунд для полного растворения шоколада. И вот шоколад полностью растворился. Примерно вот такую часть я насыпаю шоколада и начинаю темперирование. Уже примерно по температуре я знаю, какой он должен быть. Поэтому я не пользуюсь градусником. И по консистенции вижу, какой шоколад темперированный или нет. Я купила новый шоколад на пробу. Чоковик называется, тоже от Кальбо. Ну вот, решила испробовать. На вкус он напоминает белый воздушный шоколад. В отличие от Кальбо. У того какой-то более ванильный вкус. Ну, значительно отличается. Не пробовала еще молочный. Тоже вот хочу попробовать. Ну вот и делаем наши клубнички. Шоколад очень хорошо взялся. Мне нравится его консистенция. У меня будет клубничка ближе к 14 февраля для фото я сделала. 8 марта, 14 февраля. Кстати, очень долго не появлялась на YouTube. Очень мало времени уделяю для клубники. И вообще для выпечки, да вообще для дома. В общем, работа. Скоро я буду больше времени уделять этому. На пробу еще взяла краситель Америколор. Но он мне очень понравился. В отличие от Кредо и Топ Декор, он берется лучше и цвет более насыщенный получается. Ну, не знаю, как другие цвета, но вот розовый я взяла, мне очень понравился. Еще хочу взять красный, чтобы получился шоколад насыщенно красным. Шоколад окрашивается легко, без комков. Я его чуть-чуть подогрела после того, как окрасила, потому что шоколад чуть-чуть подстыл, и плюс краситель был. В декоре у меня будет использоваться кандурин, я вот беру немножко его в рюмочку и буду разбавлять обычной водкой, совсем чуть-чуть вот наливаем и замешиваем кандуринчик. Можно использовать спирт, можно вот использовать водку. Кто-то делает на воде мне не нравится, остаются такие как бы хлопья что ли от кандурина. И будем покрывать клубничку. Тоже как-то мне вот идея пришла так покрыть. Не знаю, что получится. Вообще полностью клубнику я так никогда не покрывала мокрым кандурином, только сухим. И что-то я не подумала, надо бы было попробовать, как оно будет выглядеть на сухую. Ну, получается вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!